Выходя из маршрутки, мы говорим спасибо. Покупая что-то в магазине, мы говорим спасибо. Друзьям, помогавшим в трудную минуту, спасибо. Без этого слова, кажется, мир немыслим. Иногда это знак вежливости, а иногда мы от души говорим спасибо. 11 января в мире отмечается Международный день спасибо. Как часто вы говорите спасибо и за что? Да, наверное, хорошие отношения, за воспитание, которое получила от родителей, которое я стараюсь передать своим внукам. В этом отношении люди благодарят, спасибо, если я им помогаю. Я говорю спасибо, если они помогают мне. Часто употребляю, конечно, это слово, произношу его. Человеку, который мне сделал добро, человек, который ко мне относится хорошо, и человек, который меня понимает, вот и говорю спасибо. Я всегда всем людям говорю спасибо и люблю слышать свой адрес спасибо, потому что если как относишься ты к человеку, так будут относиться к тебе люди. Специалисты утверждают, что слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят друг другу радость, выражают внимание и передают положительные эмоции, то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что слова благодарности – это устные поглаживания, которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца. Помните, спасибо – это слово-светлячок, поэтому согрейте сегодня всех, кого любите и цените. Спасибо я, наверное, сказал бы своим родителям, но, к сожалению, их уже нет в живых. Это единственные люди, которым я должен по жизни, и его сказал бы спасибо им. Родителям, друзьям, сестрам, братьям. За то, что они есть в моей жизни. Спасибо от души, я бы сказал, своей матери, которую мы родила, своему отцу, родителям, которые меня вырастили. Вот им бы я сказал, что сделали меня человеком, дали мне дорогу в жизнь. В первую очередь матери. Маме обязательно спасибо. Ну, и спасибо Богу за то, что у меня такие дети. Своим родителям сказать спасибо за то, что меня создали на свет. Оксана Круг, Олег Слободенюк, Лик ТВ.